вот и ты! Пустоши были добры к тебе в храме. Говорят, она остановила войну на восходе. Убралась, за сама посмотри. Знаешь, я думала, вот и Карл. Предатель. Был одет как мятеж. Да воссияет твой клинок. Он перед нами. Что? Вырубай! Быстро! Только... О, нет, тоже слышали. Рассказали в солдату в... И я принял... Ты чтишь, пап. Мы все еще так мало знаем о той войне. С каждым новым го... Посмотрю, приведет ли сигнал к другой записи. И через несколько секунд всю рощу заполнил свет. Как в дни первых Тенак? Даже больше. Истинно видели. И услышали слова пары. И это было тоже послание, что видел вождь Пикар? Наш вождь обязан тебе жизнь. Слышала о видении? Ага. На что рассчитывал я? Слишком много крови Тенака пролилось. Это все, да? Элой! Это хорошая сделка. Скоро мы пойдем обратно в свет пустоши. А я только... Это же моя любимая... Ее можно поджарить электричеством.
Бей башку об этом месте!
старшина! Надо бить! Меня спасет. Нет, это не она. Не может быть. Продаю снадобья. Ну, вы с Мормонтом и правда дрались, Бурелесе? Больше в шахту ни ногой. Ага, и в воду тоже. Кто-нибудь знает, как это летает? Я говорила со странствующей утап. Ганна. Она сказала, что грабила заставу мятежников, да? Вот видишь? А Ульман говорит, что такими машинами не пьют. Тогда представь, что все наоборот. Что мы не можем надо бьет горы, с ними все проще. Все
говорят о каких-то людях, которые... Ходила вчера, папа? Клянусь, Кузя, новое пиво, они разбавили. Ты разбавила заставу мятежников, да? Это к рабу не привык. Значит, здесь... Вот это было пиво. Кабрини Морлунда, пицца. Его не осталось ни минуты. И Лаваша, пойди в комнату. Весь этот пот совсем не охлаждает. Все эти огни совершенно не впечатляют. Не мое. И на этом мы завершаем наш... Приятного пользования! До встречи! Вкусный, верно?